раньше почти песни «Синей птицы» пел Сергей Дроздов. Спасибо за память. Его нет уже больше 6 лет. Одна из последних песен, она называется «Осень прошла».
представлять не буду. Она, конечно, повеселее. Но я надеюсь, вы ее узнаете сразу же, потому что она была раньше достаточно популярна и звучала практически на всех радиостанциях. Когда был молодым,
Когда был молодым, таким сотнем, кучерявым, написал песню про море. У вас море есть? Нет. В море ходят пароходы. Спасибо.
Следующая песня была написана одним из основателей «Синей птицы» Михаилом Ароновичем Болотным. Это красивая лирическая песня, называется она «Не уходи». Красивых, с прекрасным, изумительным именем Юля. Юля.
когда встанет рассвет. Еще пока ты мне не слышна, но ты унеси во сне. Еще тебе я верю, верю, еще тебя любил. Еще не знал, что ты потеря, и я любил, любил. Спасибо.